Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Boston Technic. Сегодня к вашему вниманию представляем комбайн Дон 1500А 1988 года выпуска. В рабочем состоянии, но в этом году не работал. После, в прошлом году отработал и поставили его. Нужно будет сделать его. Все узлы. Ну, отлично. Лжатки. Жатка идет 6-метровая. Резина еще походит. Задняя резина тоже еще походит. Стоит измельчитель. Пойдемте посмотрим кабину. Стоит кондиционер, работает все. В кабине все нормально, целенько. Двигатель. Так что, если кого-то заинтересовал, приезжайте на осмотр. Всем хорошего дня и пока.